Так, приветствую, друзья. В общем, ситуация такая. Отключили на сутки воду. Неудобно руки мыть. И вот что я придумал. Вообще часто отключают. И неудобно руки там помыть. И так. В общем, вот такой вот шланг, с которого при необходимости течет вода. Я сам регулирую. Шланг этот обычный от капельницы, он идет вот сюда, а здесь обычная пластиковая бутылка, у нее здесь сделано отверстие ножом, в нее вставлен такой резиновый колпачок, это все вот это вот такая обычная капельница, то есть можно купить систему для капельницы, там в комплекте все есть и шланг, вот эта резиновая насадочка, она как раз входит в этот колпачок в центр плотный. Вот так вот закрепляем одной резинкой. И ногой нажимаем на бутылку. И у нас течет вода, когда нам нужно. Бутылку лучше под углом закрепить, чтобы воздух скапливался сверху, а снизу как текла вода.